daydream in my head, I'm drifting, swept up in the moment, wishing every now and then we could just pretend that it's just you and me together. We could stay right here forever, nowhere else to be. It's no mystery that... Ну что, мы в Алмате? В Алматы, правильно говорить, Алматы. Сняли квартиру на несколько дней, чтобы нам где было есть и спать. Мы только что приехали. Очень милая квартирка. Искала Мадина. Мадина вообще спец по квартирам. Да, Мадина? Да. Да. Не стала даже отнекиваться. Мы еще толком не ели сегодня, только чуть завтракали. И Мадина очень хочет кушать. Я даже не завтракала. В смысле не завтракала? А каша с бутербродами не считается? Я бутерброд не ела, а кашу съела 2 ложки. Где заказываешь? Вот это немножко... Че? Мадина, когда голодная, она очень... Злая. Злая. Вы можете лицезреть первый раз Мадину злую. Я много раз злая была. Много раз злая? Да. Вот видите? Про меня говорят даже, что я... Говорят? Никто так не говорит, Мадин. Мы же удаляем все эти комментарии. Что такое, что такое? Не сидится тебе, да? Ну вот, давай потрогаем эту штуковину, давай. Ой, как мы любим эту всю технику. Ай-яй-яй. Довольно. Главное, игрушки, которые ей дарят бабушки и дедушки, покупают детские всякие. Красивые, дорогие. Их хватает ровно на 3 минуты. Она их покрутит, повертит и выкидывает. А вот это бесконечно просто. Бесконечно может играться, восхищаться. Ой, как она стучит. В общем, папины игрушки ей нравятся больше. Это не игрушки. Игрушки, игрушки. Папа, делись, давай. Если вы вдруг решите на кашу нам или какой-то праздник детский еще что-нибудь подарить, можете подарить Sony Alpha 7.3. Алсуша будет очень рада. Я тоже буду. Сладко. Режим кенгуру. Так тебе удобно? Ну да, немножко страшно, как будто сейчас отвалится. Нет? Нет. Точно? Можно даже руки поднять? Да. Я первый раз так. Я видел, как Мадина так ходит, сам так еще не ходил. Да. Да, да. Что не так? А что она? Хорошо же, ёлка? Надо двигаться. А, ну все, пошли тогда. У нас были достаточно насыщенные планы на эти несколько дней в Алматы. И туда сходить, и сюда сходить. В итоге все планы пошли по бороде, потому что Алсуша простыла. Всю ночь она просыпалась, плакала. И весь день на руках капризничала. Ooh.
Да, зайка, мучается. Мадина в то время, когда мы болеем, лечит нас какой-то магией. Магия называется гомеопатия. Вот. Я, честно сказать, вообще не понимаю до сих пор, что это такое, хотя уже на полтора года в моей жизни. Вообще, я познакомилась с гомеопатией относительно недавно и начала больше изучать про нее, когда я была беременная, с тем, чтобы, если вот ребенок, ну, все дети болеют, да, пока они растут, обязательно, это, там, температура, сопли, вот, и чтобы, когда у нас дочка, ну, болеет, не давать ей никаких там ибупрофенов или фармацевтических препаратов, антибиотиков, ну, в разумных пределах, конечно, а применять в основном гомеопатию. По моему такому небольшому опыту, что она действительно работает, что это такое крутое средство, планирую в будущем углубиться в эту тему. Да, сейчас у меня есть врач-гомеопат, который мне составляет такие рекомендации в зависимости от нашей ситуации. Кстати, недавно узнала, что, оказывается, в детстве меня родители тоже лечили гомеопатией. Прикольно. Мы тут мешаем? Вот здесь, получается, такие маленькие белые сахарные шарики. По рекомендациям своего гомеопата, по индивидуальной рекомендации, я развожу где-то 3 шарика в 100 мл воды. И каждые 2 часа, 1,5-2 часа даю по 1-2 глотка. Если все правильно подобрано, то сразу же состояние чуть легче становится. Кстати, гомеопатия нам помогла при прорезывании зубок. Я давала ей хамомил. Плюс я и сама тоже, вот когда у меня лактостаз был, мне очень сильно помогло. То есть у меня была сильная температура, ломота в теле. Я обошлась без лекарств. Да вообще, я не помню даже, когда последний раз мы лекарства какие-то пили. Тут, конечно, вот в гомеопатии, я считаю, самое главное, это найти хорошего врача-гомеопата с большим опытом работы и с таким очень хорошим фундаментальным образованием гомеопата. Вот я себе такого нашла, и в любых случаях я к нему обращаюсь. Вот даже сейчас я сразу же ей написала, она сразу же мне прописала рецепт. Мы сейчас в Алмате, поэтому с собой я взяла мало чего, ну, взяла, но много забыла в Астане. Вот, поэтому здесь нашла такую гомеопатическую лабораторию, которая изготавливает по заказу прямо в течение 2 часов все, что мне нужно. Здравствуйте, я хотела бы заказать арсеникум. У вас есть, да, в наличии? Арсеникум какой? Альбум. Угу. Гепард сульфур. Потенция какая в арсеникум альбум? С30. Угу. Угу. Гепард сульфур дальше. Тоже тридцатка. Тоже тридцатка, да. Потом апис. Угу. Угу. И белатон. Да. Все тридцатки, все в гранулах. Да. У вас есть наличие, да? Нет, нет, я буду готовить. А, готовить? А сколько? Через час будет готово. 4000, на кого оформить заказ? Когда я приехал в аптеку и пообщался на месте со специалистами, я наконец-то смог сформировать для себя более или менее четкое понимание происходящего. Итак, рассказываю. Гомеопатия базируется на двух основных принципах. Первый принцип – подобное лечится подобным. Лет 200 назад немецкий врач Самуэль Ганнеман во время эксперимента на себе заметил, что оказывается после приема хинина, а это такое лекарство от малярии, у него появились симптомы, которые похожи на симптомы больных малярией. Потом он повторил эти тесты на семье и друзьях, такой знаете себе друг. Но главное, что он в результате этих тестов выявил основной принцип гомеопатии. Если вещество вызывает симптомы болезни у здоровых, оно также должно служить лекарством для пациентов с такими симптомами. В общем, клин клином вышибают. Подобное лечится подобным. Когда гомеопатию назначают, вот если у вас озноб и боль, нужно назначать препарат, который будет вызывать озноб и боль.
у вас болит голова, значит, нужно вам дать препарат, который в микродозах вызывает такую же головную боль. И организм начинает реагировать на вот эти микродозы и вырабатывать свои антитела, свои вещества, которые подавляют вот эту боль. Скажем так, это я популярно объяснила, там, конечно, все гораздо сложнее. Активных веществ, которые в гомеопатии используют для лечения, очень много. Ну вот, например, в этой аптеке их хранится более 6000 единиц. Препараты растительного, животного происхождения, минералы, кислоты, висмут, кадмиум, бром. Вот есть то, что вы знаете. Да? Кислота бензойная, кислота ацетиловой. Широкий спектр препаратов, которые используются в гомеопатии. Перейдем ко второму основному принципу гомеопатии. Это лечение малыми дозами. Тот же Ганнеман отметил, что разбавление и встряхивание активного вещества делают его воздействие более эффективным. Рассказываю, как это делается. Берется, значит, 1 мл базовой настойки активного вещества и разводится в спирте или воде. Все это встряхивается, и в результате получается потенция 1С. Затем из этого раствора берется 1 мл и снова разбавляется. Получается потенция 2С и так далее. Таким образом производятся гомеопатические средства со степенью разбавленности 30С, 200С и выше. Ганнеман был уверен, что жизненная сила вещества высвобождается в процессе таких манипуляций и переносится на проводник, который становится благодаря всему этому лекарством. Кстати, в качестве проводника, кроме воды и спирта, также часто используют сахарные гранулы. Каждый препарат – это индивидуально обязательный, поэтому готовятся разные разведения. Мы готовим на гранулах. Берем. Прямо при мне сейчас готовят препараты, которые мы будем использовать для лечения дочи. Капаем действующее вещество. И потом мы все это должны встряхивать в течение 10 минут. Для того, чтобы вещество распределилось равномерно по гранулам. Вот такая у нас ручная работа. А потом, когда высохнет, оно будет... Вот они будут такие гранулы. Уже с действующим веществом. И как они хранятся потом? Они хранятся в темном, прохладном месте. И мы при транспортировке обязательно упаковываем все эти флаконы в фольгу. Обязательно у нас идет упаковка в фольге. Почему? Чтобы не облучалось, потому что везде телефоны, электромагнитные волны, чтобы не было облучения, обязательно будет упаковываться в фольге. Положила 3 горошинки в 100 мл воды и разводим. Надо подождать, пока они растворятся. Все, и потом дадим. Обязательно надо не металлическую ложку использовать, а пластмассовую, потому что, ну, он как-то будет мешать воздействию. Ну все, горошинки растворились, теперь можно давать ей. 1 чайной ложечки достаточно, да? С удовольствием пьет. Все. На тебе ложечку. И надо признать, что корреляция, то есть некоторая зависимость от принятия вот этих гомеопатических средств и состоянием ребенка какая-то есть. Ну, не какая-то, она прямая. И даже с моим скептическим подходом вот к этому делу, я вынужден признать, что оно как-то работает. Эффект действительно есть. То есть ребенок после принятия буквально там через 15 минут очевидно чувствует себя лучше, даже там местами прекращается, ну, вот кашель, сопли. Вот такие интересные методы. Я на себе, кстати, тоже испытывал, но это, правда, было давно. Мы еще когда были в Турции, мне как-то разболелась сильно голова,
И Мадина мне тогда предложила выпить вот эти вот гомеопатические средства. Я плевался, говорил, что за чувак, какие шарики сахарные, как они вообще могут помочь? Выпил, и действительно там через 15-20 минут голова стала болеть в разы просто меньше. Так что, ну, надо отдать должное, и этот способ лечения имеет место быть. Не жалко компьютер. Любим дорогие игрушки. Все, плохо, не знаю. Такое лицо. Mm-hmm.